Ты как это, как его? Как мясо на мангале крутишься. С этой стороны меня погладь, теперь с этой погладь. А это что было? Все, не буду больше гладить. Ну ладно, ладно. Колбасень. Давай покажем, почему ты лапы свои. Ой-ой-ой-ой. Давай, я покажу. Смотрите. Давай. Мы уже, в принципе, гладились. А, да. Ну тихо, не надо кусать. Ой, блин, началось. Ну и что это такое? Взрослая барышня. Ты ведешь себя как маленький детеныш. Лисий. Да. Это что такое? На улице стало тепло, хорошо. У тебя настроение изменилось на положительное. Хвост кверху.
ты была свирепым зверем, который кусался и не давал войти вообще в вольер. А? Ну как так? О, кто-то вся в земле. Какая-то лисяка. А, да, линяешь, надо гладить. У кого-то уже мордочка стала не такая толстая, как зимой. Ну вот. Хорошее настроение. И выспалась. Девочка сегодня даже без завтрака, мне так кажется. Да. Все равно настроение хорошее. Поиграться пришла. Грязная? Ужас. Ну ничего. Это и... Всем привет. Заглажка лисы. Thank you.